Одно из самых полезных натуральных средств для оздоровления организма обойдется вам в сущие копейки. Какую пользу можно получить из семян укропа и как их правильно применять? Смотрите видео до конца. Лечебные свойства укропа люди разгадали еще в каменном веке. Рецепты лекарственных составов находят в рукописях по всему миру, от самых древних египетских папирусов до первых русских травников. Причем везде подчеркивается высокая эффективность именно семян укропа. Растение укроп – это природная лаборатория, где синтезируются эффективные лечебные вещества. Причем наиболее высокая концентрация полезных веществ обнаружена именно в семенах. Что неудивительно, растение стремится наполнить каждое семя всем необходимым для зарождения новой жизни. Из семян укропа вы получите витамин А, важный для зрения, витамин С, укрепляющий сердце и иммунную систему, витамины В, необходимые для здоровья мозга и нервной системы, фолиевую кислоту, ключевое соединение для профилактики анемии, а также целый ряд минералов. А еще семена укропа содержат незаменимые жирные кислоты, которые нужны для создания новых клеток. В питании современного человека часто наблюдается дефицит этих важнейших соединений. Как семена укропа влияют на организм? Самый полезный компонент семян укропа – эфирные масла. Они содержат активные вещества – терпеноиды, а также большое количество антиоксидантов, которые вместе обеспечивают мощный оздоровительный эффект, а именно – расширяют коронарные сосуды сердца, поддерживают их эластичность, снижают повышенное давление, расширяют почечные сосуды, повышая клубочковую фильтрацию, снимают головные боли, усталость и нервозность, выводят лишнюю жидкость и токсины из организма, обладают обезболивающим и успокаивающим эффектом, снижают газообразование, улучшают перистальтику кишечника, защищают клетки печени, улучшают динамику желчи, приводят в норму уровень липидов, холестерина и сахара в крови, предотвращают хроническое воспаление в организме, снижают риск онкологии, повышают иммунитет, снижают нагрузку на поджелудочную железу. По некоторым данным, семена укропа способны стимулировать лактацию у кормящих мам. Способы употребления. Семена укропа – это ароматная специя с легким цитрусовым привкусом. Их добавляют в салаты, супы, тушеные блюда, используют для ароматизации мяса, рыбы, овощей, блюд из риса, для приготовления солений, как посыпку для хлебобулочных изделий. Но чтобы извлечь максимальную пользу из этих семян, их готовят следующим образом. Настой. Для приготовления настоя 2 чайных ложки семян укропа тщательно измельчите в кофемолке. Залейте их 2 стаканами кипятка, накройте и настаивайте в течение 10 минут. Процедите настой. Принимайте его по 1/4 стакана 3 раза в день до еды. Настой из семян укропа успокаивает головную боль, защищает от сахарного диабета, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, снижает повышенное артериальное давление, улучшает клубочковую фильтрацию при заболеваниях почек, снимает воспаление и боль в суставах, защищает их от разрушения, снижает риск онкологии, способствует ликвидации очагов инфекции в поджелудочной железе и мочевом пузыре, очищает и оздоравливает печень, предотвращает жировое перерождение органа, успокаивает боль и воспаление в желчном пузыре, выводит токсины из организма, снимает отеки, способствует излечению гастрита, помогает от запоров и вздутия живота, избавляет от диареи, облегчает колики у младенцев, уничтожает патогенную флору и паразитов в кишечнике. Чай. По сути, это более легкий вариант настоя. Готовится точно так же, только семена не измельчают, а заваривают в целом виде. Чай из семян укропа пьют по 1/4 стакана перед едой для повышения аппетита и улучшения пищеварения. Отвар. Содержащиеся в семенах флавоноиды обладают отхаркивающим и мягчительным действием на бронхиальный секрет. Отвар отлично поможет при простудных заболеваниях для очищения легких и бронхов. 2 столовых ложки семян залейте 250 мл воды. Доведите до кипения, кипятите на медленном огне в течение 10 минут. Приготовленный отвар выдержите 4 часа в закрытой посуде и затем процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Средство от глистов. Семена укропа обладают высокой эффективностью в борьбе с лямблиями, которые являются наиболее распространенным кишечным паразитом в мире. Для уничтожения лямблий, различных гельминтов и паразитов семена укропа сочетают с другими глистогонными травами. Особенно эффективен следующий рецепт. Засыпьте в термос по 2 чайных ложки семян укропа, соцветий полыни, пижмы и ромашки. Залейте 2 стаканами кипятка и плотно закройте термос. Через 10 часов процедите и поместите средство в темное место.
Принимайте по 1 столовой ложке в течение 5 дней по 3 раза в сутки. Не стоит употреблять больше 1 столовой ложки семян укропа в день. При чрезмерном употреблении продукта может возникнуть вздутие живота. Уход за кожей лица. Если у вас сухая кожа, приготовьте такую маску. Смешайте 1 чайную ложку меда и 1 чайную ложку отвара из семян укропа. Добавьте немного свежего молока. Маска помогает от морщин, складок и шелушения кожи. Чтобы освежить и разгладить нормальную кожу лица, измельчите и смешайте в равных пропорциях семена льна и укропа. Разведите горячим молоком до образования кашицы. Маски наносятся на 10-15 минут, затем смываются теплой водой. Уход за волосами. Чтобы вернуть жизнь сухим и ломким волосам, залейте семена укропа подсолнечным маслом в соотношении 1 к 5, прогрейте на водяной бане в течение 30 минут, процедите. Втирайте полученную вытяжку в кожу головы через день. Курс 15 процедур. Через месяц повторите курс. Побочные эффекты. В очень редких случаях семена укропа могут вызвать аллергию. Все вышеописанные средства из семян укропа нельзя применять во время беременности и кормления грудью без предварительной консультации врача. Информация познавательная и справочная. Не применяйте никакие рекомендации без консультации со специалистом. Делитесь своим опытом в комментариях и подписывайтесь на канал.